Муниципалитеты республики подводят итоги социально-экономического развития за прошлый год. Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в совещании актива Цивильского района. Рабочая поездка началась в поселке Туфси. Жители бывшего 18-квартирного дома в поселке Туфси почти каждый день приходят на строительную площадку посмотреть, как возводится их новое жилье. Конечно, ждем не с нетерпением, смотрим постоянно, как поднимается, постоянно приходим, радуемся строительству, что так быстро поднимается дом. А январская трагедия уже ничего не напоминает. Стены из светлого кирпича растут на глазах. Строители идут с опережением графика примерно на полтора месяца. Хотя дом пришлось не восстанавливать, а строить заново. Фундаменты усилили сейчас практически, фундаменты, да? Новые. Новые, полностью, полностью, да? Новые. А, вы, я поэтому спросил, да. Значит, переложили полностью. Переложили полностью. Да. Потому что тот фундамент, он рассчитан на панельный вариант, она абсолютно не подходит к этому фундаменту. Это как кирпичный вариант мы это делали. Срок ввода 1 октября, но планируем, честно говоря. По обязательствам 1 октября? Да, планируем пораньше. Но на 1 сентября рассчитываем. На 1 сентября, да? Рассчитываем. Людям, утратившим в результате взрыва газа домашнее имущество, выплачена материальная помощь по 50 или 100 тысяч рублей. Семьи погибших получили по миллиону. Сегодня некоторых обитателей разрушенного дома приютили родственники. Остальные живут в поселке Опытный в квартирах Госжилфонда. На совещании в администрации Цивильского района говорили о том, насколько удачным был прошлый год. Бюджет выполнен с профицитом. Собственные доходы района составили 191,5 миллионов рублей с ростом 117,6% к уровню прошлого года, что в расчете на одного жителя за 2012 год составили 5200 рублей. Это пятый показатель в Чувашской республике среди муниципальных районов. Средняя зарплата по Цивильскому району выросла на 17%, но пока еще не достигла среднереспубликанского уровня. Впрочем, для этого есть все предпосылки. Так же, как и многим другим муниципалитетам, цивилянам необходимо уделить больше внимания введению в оборот неиспользуемых земель. Отдельный разговор про затапливаемые территории. Приближается паводок, а в Цивильске, как известно, он еще ни разу не прошел незамеченным. Историческую проблему уже начали решать. Я сам лично встречался с федеральными министрами. Решение принято, и мы средства получим и направим в Цивильский район в сумме 237 миллионов рублей. Вот это как раз позволит, с одной стороны, берегоукрепительную работу провести, благоустройство провести, в общем, другой облик создать. Но и для строительных организаций появляются дополнительные объемы. 237 миллионов рублей – это огромные средства. Вот, проект рассчитан на 2 года, в течение 2 лет, где вот наш исторический памятник, монастырь, который находится, где у вас ярмарки проходят, мы вот в ближайшие годы должны еще облагораживать. Елена Гальперина, Алексей Иванов, Евгений Анисимов. Республика.